Ну, Казань сильная команда, хорошая, и она в обороне тоже хорошо играет, так что нам надо было сыграть сначала поактивнее, подавление, так что первый период мы хорошо провели. А потом и вторую половину второго периода и удаление нас, конечно, подкосили, потому что мы бы, наверное, еще больше задали темпы. Вот проблема удаления, да, она уже не первую игру стоит. Вот только мы забиваем, сразу начинаются вот такие удаления, да, как во втором периоде. И во втором периоде также были удаления проблемные в предыдущем матче. С чем ты это связываешь? Ну, тяжело так сказать, у нас такие удаления где-то детские, потому что где-то мы не сдержались, ну, и пришлось снова догонять Казань, это очень тяжело. Что явилось ключевым моментом? То есть быстрый гол вот этот Мартынова в начале третьего периода или что-то еще? Может, темпы как-то увеличили? Ну, вот этот гол, конечно, Мартын, то, что бросил, там Куги, по-моему, подставил, да, так что да. То, что хороший гол, такой быстрый, нужный нам. Как решился на вот этот вот проход и бросок? Да, бросил, да и все. То есть есть какой-то момент, который ты отрабатываешь, или это чисто импровизация? Ну, есть какие-то моменты, но мне не так дали, как я задумывал, так что я туда просто на пятак доставил. Хотел вылезать прямо, да, сначала? Ну, тайно. Хорошо. Эта победа, она, безусловно, уже видно, что она придала эмоции, да? Ну, нам нужен был толчок какой-то, потому что, да, мы с Югрой провалили полностью матч. А с Сочи, я считаю, хороший матч у нас был. И по моментам, да, у нас как-то нет у нас такой стабильности. Нам надо чуть посолиднее играть, солидность нужна. Вот ты говорил как-то после автомобилиста про нужно раскрепоститься, да? Вот подходим к этому, как считаешь? Потому что уже видно, что как-то и шайбу разыгрываем, да, не так прямолинейно, как это было раньше. Ну, надо просто верить в себя и на тренировках пробовать ошибаться, потому что если на тренировке не будешь отрабатывать в игре, это не пройдет. Лучше на тренировках ошибаться, и на играх уже все равно будет какой-то момент.